What is the purpose of your visit to the United States? Цель приезда в США. Чего? Do you speak English? Говорите по-английски. А, не, не понимаю я. Russian. Русский. Какая цель вашего визита в США? Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. Как долго будет ваше пребывание в США? 4 дня. 4 days. Там же написано. It's written there. Вот билет обратный. There's the return ticket. Где вы будете жить? В гостинице. In a hotel. Вот в приглашении написано. Here's the invitation. Welcome to the United States. Добро пожаловать в США. Thank you very much. Вот уроды. У вас сало, яблоко есть? А вам зачем? Яблоки, сало. А здесь разве не продают? Вы не поняли, это карантин. Болеете? Слышь, братан, как мне до города добраться? На такси. Слышь, земляк, а где здесь русские живут? Москаль, не на земляк. Бендеровец? Чего? Ну ладно, парни, пока. Дайте мне бутылку и предъявите документы. Что тебе надо? Не понимаю я по-вашему ни хера. Вы нарушаете закон штата Иллинойс. Запрещено пить алкоголь в общественных местах. Документы, пожалуйста. Чего? Чего ты мне паришь? Все покупают и пьют. Вон возле магазина. Пойдем покажу. У них бутылка в пакете, я не вижу, что они пьют. А вы открыто пьете в общественном месте. Паспорт или права покажите. Какая разница? На! Вы арестованы. Вы арестованы. Паспорт дай. Вы арестованы. Пробито полицейской машине. Пройдите к полицейской машине. Да пошел ты! Я полицейский! Да ладно, я сам милиционер. 10-19. Нападение на полицейского. Устала? Слушай, я не один. Не один? Это мой родной брат Виктор. Он вместо отца был. Виктор Сергеевич? Ирина. Очень приятно. Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой... Одно слово, румын. Так он болгарин. Да? Какая разница? Это тебе. Значит, рейс 329, Москва-Чикаго. Вылет в 9:10 утра. Ты летишь через 2 часа после него в Нью-Йорк. Да, и не спорь. Во-первых, билетов не было, во-вторых, так будет лучше. Купишь себе машину за $500 на Брайтоне, и через 12 часов будешь в Чикаго на колесах.
Да, обратно вы летите через 4 дня. А чего так мало? Так, встретитесь вот здесь. Это озеро Мичиган. Мосты. Четвертый мост от озера Мичиган. Четвертый мост от озера Мичиган. Там скамейка есть. Костин мобильник будет работать. Я для него специально левый роуминг сделал. Да. И вот это. Это на крайний случай. Там долларов 250-300 осталось. Пин-код 3232. Виктор Багров, вы летите на международную конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. А куда вы летите, я пока не знаю. Но время еще есть. Я еще пару часов в интернете посижу. Настоящий? Ну, в общем, да. Главное, ребята, когда будете проходить паспортный контроль, чувствуйте себя уверенно, не улыбайтесь. Они это любят. Ну все. Ну, давай, брат. Свободу, Анджели Дэвис! А мне здесь нравится. В Америке вся сила мира. А в чем сила, брат? А вот в чем. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше. Ну хорошо, вот много у тебя денег. И что ты сделаешь? Куплю всех. И меня? Что здесь такое? Russian mafia. Русская мафия. А че? Там искали украинскую мафию. Русский украинскую мафию пострелял. Пришел вечером до ресторана. Пришел вечером в ресторан Львов и всех убил. О, зараз гранатами с газом. Сейчас гранатами с газом стрелять начнут. Ты-то откуда знаешь? Ты что, кино не бачил? Ты что, кино не смотрел? Я остаюсь! Я остаюсь! Я буду здесь жить!